Всем привет, ребята, с вами Денис, мы продолжаем проходить Dead Island. И опять вы мне написали кучу, прямо тонны всяких подсказок. Спасибо вам огромное, в частности, нашему подписчику Герберту Уэлсу. Так, мы продолжаем, в общем-то, выполнять побочные задания. И опять я загрузился, оказался рядом с Синамоем. Так, второстепенное задание в эфире. Нужно поговорить с Домиником. А Доминик у нас находится где? Доминик находится на маяке, да, по-моему? Или он здесь где-то? Нет, это второстепенные задания. Мне нужно сделать второстепенное задание, да? А, Майку, Доминику, сумка жизни. Найдите саквояж с медика-спасателем в машине скорой помощи. Вот, мы сейчас туда направимся. Надо посмотреть, где это находится. В принципе, отсюда, наверное, пойдем. Не будем стартовать с маяка. Вот не очень удобно, что появляемся мы здесь, а не возле маяка. Ладно, я, друзья, так решил, что... О, так он сделал нам машину, этот приятель-то. Отлично, ну ты молодец. Это просто мечта. Можешь брать тачку, когда захочешь. Спасибо тебе огромное, дружище, спасибо. Офигенщик просто. Вы посмотрите на эту красавицу. Ну это ласточку просто, а. Ух ты, блин. А чё она помятая-то? Эй, слышь, мужик. Ну она не помятая, затёртая на самом деле. Так, хорошо. Поехали к спасательной, к медицинской машине. Там можно найти набор медика. Да, я решил, друзья, что не буду торопить события в этой игре. Да что такое? И не буду бежать, сломя голову. Потому что в игре очень много интересных фишек, которые можно просто пропустить. Как вы мне написали в комментариях, здесь есть несколько видов оружия. Они меняются цветом, вернее, различаются цветом. У них разный статус, начиная от белого, заканчивая оранжевым цветом. Это легендарное оружие. Так, здесь поблизости есть какие-то вон руки. То есть по заданию надо что-то взять. Вот. Поэтому я решил, что проходить стоит, наверное, более тщательно и побольше изучать. Так, по-моему, этот живой приятель. А где мой гаечный ключ? У меня должен быть гаечный ключ, вообще-то. Самое крутое оружие. Не понял. В инвентаре. Вот, ключ. Оно зеленого цвета, вон, вернее, он. Зеленого цвета ключ. На данный момент это самое классное оружие. Вот так. Здорово. Ты же вроде лежал. Вот и лежи. Еще вы мне посоветовали, что нужно прокачать пассивный навык, который прибавляет количество найденных денег. Да что ты будешь делать? Ты заколебал. Этот алкоголь меня уже просто раздражает. Ну какого хрена вообще это придумали? Нахрена мне в руку брать алкоголь? Так. Здесь что-то должно лежать, что нужно по заданию. Классная вещь, этот ключ, хочу я сказать. Она просто с одного удара выносит нахрен. Эй! Лопата. А, это весло. Я думал, лопата. Слышали меня кто-нибудь? То я совсем один в бункере на мысе. Пожалуйста, мне нужна помощь. Так, еще одного. Еще одного... Приятель, нам нужно спасти, так алкоголя брать не буду. Консервы, да, нас же просили найти консервы, там один голодный мужик на маяке, поэтому сейчас туда и направимся. Что там такое? Бумажник. Так, хорошо. Нужно сейчас вернуться к машине. Только где она? Вернуться к машине и ехать в сторону маяка. Нужно отдать мужику бедному консервы. Пускай поест. Так, машина, конечно, просто зверь. Просто огонь. Классно. Вот в реальности бы такую машину. Движок работает. Равномерно, тихо. Ой, здорово вообще. Все, поехали к маяку. По пути сбивая всяких уродов.
И еще мне написали, что... Так, что такое здесь? Что я пропустил чертеж. Лежать! Сучка! Я пропустил чертеж в том самом бунгало, где отдавал инсулин этому Дэнни, если помните. Это, конечно, очень обидно, но мне сейчас не найти тут бунгало и не найти, конечно, тот чертеж. Это очень печально на самом деле. Мясо. Так. Там какая-то рука сзади была. Очень меня интересует. Что такое здесь лежит? Здорово. Здорово. Так. Все мертва. Что здесь такое лежит? Бинты, боль утоляющие. А, вот, докторский саквояж. Именно... Именно это мне и нужно было. Лежи, скотина. Так, теперь нужно отправляться к маяку. Отдать пожрать. Отдать докторский набор. А вернее не к маяку, а на нашу старую базу. На станцию. Только мне нужно где-то развернуться. А где мне это сделать, я не знаю. Задом, что ли, ехать? Ну, задом-то это не очень удобно, конечно. В зеркалах печально ничего не видно. Ладно, будем разворачиваться здесь. Выбора-то особо нету. Отлично. Ну, здесь, в принципе, развернуться можно свободно. Так, все, возвращаемся, чтобы подать этот саквояж. Повис, приятель. Ну, ё-моё, ну зачем вот, ну... Взял машину, короче, мне изуродовал, говнюк. Так, все, мы почти приехали. Вот здесь наша база, да, если я не ошибаюсь? Так, а, кстати, фары не включаются у машины никак. Печально. Печально. На самом деле, можно было придумать такую фишку, чтобы включать фары. Было бы очень полезно. Так, давай, дверь открывайся. А интересно, как часто машина будет ремонтироваться? То есть после, наверное, перезагрузки игры, да? Я так предполагаю. И еще, надо сейчас забежать вот сюда, в мастерскую, чтобы починить ключ. Так, ключ починить. Это будет стоить $97. Это достаточно дорого, хочу я сказать. Так, тихо, тихо. Не рыгать. Клей пригодится. Эй, Джек! Я тебе принес то, что ты просил. Сейчас только я пошмонаю тебя. Все, держи. Этим ты спас множество жизней. Может, и Энн тоже выживет. Спасибо тебе. Всегда пожалуйста, приятель. Серп хрупкая. Я не знаю, зачем оно нужно. Это нужно сейчас будет продать. Серп. Сразу, пока мы здесь, нужно его впарить. Я слыхал, это боль... Так, продать. Продать серп. Отлично. Так, еще у меня здесь куча всяких... Палку злобную продать. Эту палку тоже продать. Все, а купить у него есть что-нибудь интересное? Во, 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 рыжая. Легендарное оружие. Экзотическая палица. Урон классный просто. Но нужен 10 уровень. И денег у меня сейчас пока не хватает на такую вещь. Из космоса. Так, ладно, отправляемся на следующее задание. А что такое регулярные события? А, это, видимо, типа ежедневного задания, которое можно постоянно выполнять и получать за это опыт. Ну, я не думаю, что сейчас это самое... Нужное, необходимое, то, что нужно сделать. Так. Нужно поговорить с Джеймсом. Стук во врата рая. Вот. Сейчас мы как раз направимся туда, туда. Поговорим с Джеймсом. Кто такой Джеймс, я правда не знаю. Так, надо посмотреть. А, это, короче, у этого, у маяка. Отлично. Заодно я там и консервы отдам. Сразу можно убить... Двух зайцев одним выстрелом.
Я, правда, не помню, кто такой Джеймс, что ему от меня нужно. С Майклом и Домиником я буду разговаривать в самую последнюю очередь, потому что они основные, так, задания, так сказать. Пока что мы безопасны. Так, все, все на мой. На маяк отправляемся. Стена предстоит еще. Поговорить с Джеймсом. Нужно зайти туда наверх. Сейчас только я жрачку отдам. Неду, держи, Нед. Удалось что-нибудь? Да. Спасибо огромное. Я так голоден. Несите еще все, что найдете. Ни хрена себе ты. Мне нужна еда, чтобы продержаться до подмоги. Мне нужна еда. Ищите, прошу вас. Мне нужна еда. Нифига ты даешь. Ну хорошо, ладно, найду, если... Удалось найти самолет. Так подожди, женщина. Что у нас тут? Будь сильнее, Линда. Вот и все. Все, отправляемся наверх. Вот он, Джеймс Штейн. Я знаю, чем мы тебе обязаны. Я этого не забуду. Отлично. Новый уровень, стук вратара. Денег 316. Почему они синего цвета? Я опять не знаю. Так, новый уровень. Самое время улучшить навыки. Так. Увеличивает количество подбираемых денег на 10%. Я думаю, что это сейчас я и улучшу. Отлично. Отлично. Все. Что ж, давай, Джеймс. Маяк снова работает. Но нам нужно пробовать разные методы. Пара ребят начали выкладывать огроменную надпись «Помогите!» неподалеку, когда нас прогнали эти чертовы твари. Теперь все боятся идти обратно. Если ты закончишь эту надпись, ты не пожалеешь. Что скажешь? Отчаянное обсуждение. Доделайте сигнал бедствия на открытом месте. Окей. Ну как я могу отказаться? Хорошо, но сделай одолжение. Поосторожнее там. Ну, я постараюсь, конечно, постараюсь. Все, поехали. Поехали писать надпись. А чем писать ее? Мне этого, конечно, не сказали. Еще я ни разу не пользовался яростью. Надо хотя бы раз попробовать это сделать. Так, где надпись-то писать? А, здесь совсем недалеко. Это круто. Эй, нельзя так пугать людей. Так, все, давай. Если бы я тебе башку прострелил. Ну, давай не будем мы с тобой конфликт, а... создавать. Отлично. Следующий. Ох, блин, у них такие отчаянные крики. Мурашки по коже просто. Здорово. Так, тихо. Следующий. Какой он здоровый собака, а? Эй! Да-да, я к тебе обращаюсь. На! 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 Где? На! На, скотина! Блин, здоровый какой, а! Блин! Как вы меня достали! Тихо! Нифига себе, звери просто, а! Так, у меня... В принципе, ключ очень долго держится, прочность хорошая у него. О, замечательно просто. Я постепенно начинаю набираться опыта. Это круто. 300 баксов. Чем, короче, мощнее противники, тем больше у них денег. Или вероятность найти хорошее оружие. Ё-моё. Они еще... Просто так добраться не дадут. Ах ты, зараза! На! Умри, гадина! Отлично. Так. Надпись писать где-то здесь, да?
А чем писать-то нужно? Не понял. Ящиками, что ли, этими? Выкладывать надпись-то. Что сделать-то нужно? Так, ящик взял. Куда его нести? Я это не понял. А, во! Отлично! Все, я понял. Теперь я понял. Места, где должны располагаться ящики, подсвечены, поэтому будет довольно просто. Ничего себе такой квестик. Не только экшен, еще нужно подумать. Здорово. Надпись, я так понимаю, будет на английском языке. Слово help. Это и так понятно. Осталось только найти еще ящиков. Вон они валяются. Посмотреть точно не помешает. Конечно, конечно. Так, куда еще? А, все туда же. С теми же рядом. Так, давай, давай, побыстрее, побыстрее, Сэм. Еще нужен будет один ящик. Отлично. Последний ящик сейчас. А чё? А, я думал, что подсвечено. Так, берем ящик, только не хрюкаем. И я думаю, что, наверное, все. Остальное все дописано. Прикольно они, конечно, придумали написать баулами слово. Отлично, поговорить с Джеймсом. Здорово, возвращаемся обратно. Считайте, что этот квест у нас в кармане. Сейчас получим еще немного опыта. И все-таки я хотел бы купить, наверное, то рыжее оружие. Куда же я дел эту хрень? Да все, расслабься. Все найдется. Постоянно что-то они ищут. Удалось что-нибудь найти? Бедолаги. Заходим. Кстати, нужно еще ключ сейчас будет починить. Готово? Ха, отлично. Можешь оставаться здесь сколько угодно и ждать помощи вместе с нами. А вот и твоя награда. Она твоя по праву. Спасибо большое. Так, модификация факел. Надо посмотреть, что такое факел, что за модификация. И, кстати, детали здесь тоже, посмотрите, зеленым цветом подсвечены. Возможно, тоже какие-то особенные редкие детали, которые трудно найти. Чертеж бомбы из баллона. Это ладно, так, вот. Надо посмотреть. Модификация факел. Вы знаете, как устроен факел? Ниже приведены инструкции, как его изготовить. Если хорошенько ткнуть им зомбака, он загорится, как спичка. К тому же, это еще и лишний источник света, что в наше мрачное время тоже будет не лишним. Модернизируемое оружие. Полицейская дубинка, металлическая дубинка, тяжелая дубинка. Короче, есть куча. Можно использовать оружие. Требуется ветошь, клей, бензин для зажигалок. По-моему, это все есть. Я не знаю, нужно это или нет. Факел будет потом. Ну хорошо, пока мы в этом не нуждаемся, поэтому заморачиваться я не буду. Следующее задание. Поискать в алмазных бунгало мужа Келли, консьержа по имени Уильям. Ну хорошо. Сейчас туда мы отправимся. Кстати, ожерелье видели, да? Опять задание висит. То есть его нужно... По идее, опять будет найти, по ходу дела, в этих бунгало. Так, где это задание? Где поискать? Я не понял. Энни Снайдер. А где алмазный бунгало? Вот как понять? Я ведь не знаю, где эти алмазные бунгало. Не совсем понятно. Так, предлагающее задание, точка назначения. Я пока не совсем понимаю, где эти алмазные бунгало. Тогда, в общем-то, отправляемся, наверное, доставать ожерелье. Потому что алмазные бунгало я не знаю где. Как только я увижу алмазные бунгало, я... Поищу там
мужа Келли. А сейчас отправляемся за ожерельем. Погоди, 190 метров. А если я сейчас выберу другое задание? Дела семейные. 343 метра. Вот, вот, вот. Вот, а нифига себе. Поищите в алмазных бунгало мужа Келли. Как раз это, оно самое. До туда идти, ё-моё. Хреново туча расстояния. Ладно, пойдемте. Я думаю, что здесь реально пройти. Куда же я дел эту хрень? Да отстань, надоел уже. Должна быть где-то здесь. Сейчас вот здесь пройдем, наверное, к этим алмазным бунгало. Может, что-нибудь еще интересное там найдем. Помимо мужа. Фига клёво. Я хотел бы там отдохнуть. Алмазная бунгало. Название тоже такое. Наверное, название соответствует статусу. Золотое, серебряное, алмазное. Чем дороже камень, тем, соответственно, дороже и бунгало. Ну, имеется в виду, конечно, жить там, отдыхать. Алмазный пляж. Наверное, самый дорогой пляж здесь, на этом острове. Контрольная точка. Это что-то подозрительно. Так, а что здесь? Так, дверь закрыта. Интересно, а что там? Ладно, ничего нету, пошли. Потом, может быть, откроется. Позже. Чё-то никого не видно. Ни зомбаков, никого. Еще что-то лежит, вон я вижу. Вот здесь стопудово были дискотеки, танцы. Здесь бармен, наверное. Пивасик разливал. Опачки, вон у зомбаки. Эй! Я забыл зайти в мастерскую и починить свою трубу. Ключ. Ну ладно. Вода. Консервы, которые можно отдать опять этому голодному мужику. Весло, нафиг оно нужно. Весло не нужно. Так, все, как туда? А, вон, вон вход. Отлично. Я думаю, что сейчас в этой серии мы, наверное, выполним все. Эй! Ни хрена, у него ноги сломаны. Наверное, выполним все побочные квесты и в следующей серии займемся сюжетными. Так. Предлагаю сразу атаковать, набираться опыта. Вот так, отлично. Бедолага. Это здоровый кабан, здоровый, здоровый. 9 уровня. Ох ты, твою дивизию. Может, по ногам? Вы мне писали, что можно им дубасить по ногам. Они смогут упасть. Нет. Что-то не получается. Не получается. Тихо, тихо. Ё-моё. Тихо, спокойно. Здоровенный, сука, кабан. Спокойно. Тихо. Какой ты... На! Вот так вот! Еще идет! Лежи, сука! Так, палка. Палка мне не нужна эта. Нормально. Это кабан был, конечно. Так, плавать мы не пойдем. Пинок с ноги очень хорошая штука. Действительно. Очень помогает. Эй, приятель. Наверное, действительно нужно, как вы и писали, добивать их кулаками. Чтобы не тратить оружие, не тратить оружие на добивание. Вот что. Только это очень...
муторно. Постоянно нужно менять оружие, это не очень удобно. Вот в этом дело. Так. Алмазная бунгало. Хоть бы один алмазик найти. Так, вон я еще одного вижу. Спокойно. Блин, хотел его добить. Но он меня сам чуть не добил. С тесаком еще на меня, ты посмотри. Так, у него молоток, он мне не нужен. Забивать рюкзак всякой хренью я не буду, как вы мне писали в комментариях. Так, а я так понял, что в домишки-то в простые сюда не зайдешь. И это на самом деле печально. Хотелось бы заходить во все дома и смотреть, что там. Это было бы куда-то намного интересней. Но почему-то разработчики решили так не делать. Лежать. Здесь ничего нету. Здесь тоже. Хорошо. Да, друзья, и, к сожалению, я... На! На! К сожалению, я не могу записывать ролики часто, чаще, чем пока есть на самом деле. К сожалению, это так, друзья. Так. Мне нужно туда забраться как-то. В принципе, можно было обойти, но я решил идти на пролом. Так, там ничего нету. Вот. То самое бунгало, видимо, куда нам нужно. Там музяга, он, слушай, играет. Какая... Ты нормальная, женщина? Господи, какой ужас. Как же меня достали эти полудохлые мертвяки, кто бы знал. Подожди, давай хоть дверь закроем для начала, а потом будем разговаривать. Осталось только одно. Нажраться в хлам и гулять так, как будто настал конец света. Да ты давай смотри. Нажрешься, блин, потом не проснешься. Доза лекарства, ты кто? Я приехал из России со своим парнем. И этот козел бросил меня здесь. Ну, вообще-то тебя никто не бросал. Подожди секундочку. Сейчас я посмотрю, что у вас здесь есть. Факт какой-то, во. Банойский вестник, выдержка 8. Кучу выдержек уже пропустили, и так. Надо почитать. Считается, что Куру получила такое широкое распространение благодаря ритуальным каннибалистическим практикам народа Фарре. Туземцы поедают плоть умерших, так как верят, что при этом их жизненная сила возвращается назад. Может быть, здесь кто-то когда-то проводил эксперименты, вот эти туземцы, и теперь давай-ка такая глянем, эпидемия появилась, хотя хрен его знает. Так, Уильям, сколько жила здесь народу-то, ё-моё. Деревянная доска. Как же меня достали, типа, так, здесь нет ничего. По ходу дела она задание хочет нам какое-то дать. Только... Я хочу шампанского. Просто обожаю шампанское. Достанете мне немного. А если где? Если вы принесете мне шампанского, я отдам все, что у меня есть. Все, что скажете. Пора бухать. Найдите бутылку шампанского для Светланы. Окей, нахожу. Почему нет? Что, вам понравилось, Светочка? Славно повеселимся. А теперь принесите мне шампанского. Хорошего. Светочка, на самом деле ты такая довольно страшненькая. Если честно, вот я с тобой не стал бы никаких дел иметь. Сексуального характера. Ну, ты очень... Страшно. Посмотри на себя. Ладно. Здесь... Макс отправил вас искать меня? Да подождите. Подождите, я вам говорю. Я не хочу ее видеть. Алкоголь брать не буду. Я не люблю ее. Я люблю другого человека. Надеюсь, женщину, мужик. Не могу поверить, что эта сука отправила кого-то меня искать. Мир рушится прямо на глазах, и уж в последние часы я свою жену точно не хочу видеть. Слушайте, возьмите деньги или что угодно. Мне все это больше не нужно. И скажите ей... Скажите ей, что я мертв. Поверьте мне, так будет лучше. Так, возвращаться к Максу и Килли. Ну, я не знаю, конечно, это ваши дела действительно семейные. Шампанское.
Ладно. Не вертись, у меня голова кружится. Давайте вернемся назад, сообщим жене эту печальную новость. Может быть, действительно... Что у нас тут? Так будет лучше. Не хочу я вмешиваться в эти дела ихние. Зато хоть бабки я получу с нее. Блин, как далеко бежать-то? 500 метров. Это полкилометра бежать. Ну ладно, зато по пути можно найти зомбаков. И, кстати, я еще ни разу не пользовался аптечкой. А так-то не мешало бы на самом деле. А шампанское-то хоть где искать? Ну ладно, с этим потом разберемся. Идем вон. Куда мы идем? К Максу и Келли с хорошими новостями возвращаемся мы. Да, нам туда и нужно. Так, а где зомбари-то все? Эй! Мне нужна свежая кровь. Мне нужен опыт. Так, тихо, тихо, тихо. Чё я сделал-то? Ё-моё, блин! Опять что-то у меня тут... Сука, применилось, а? Я, поверьте, меня вообще это вымораживает. Меня просто это раздражает. Это дурацкая дебильная система на самом деле. 73. Сейчас будем с полотком ходить. Вообще меня это бесит. Это неудобно. Я думал, что я иду с оружием, а на самом деле нет. Блин, как здесь здорово, красиво. Это алмазная бунгало, это просто рай. Понимаете? Рай на земле. Хорошо. Пойдем дальше. А вообще я куда-нибудь съездил бы на такой бы остров. Ну, конечно, без зомбарей, естественно. Ну, хотя для экзотики можно было бы... и поглумиться. Я вот не знаю, как бы я себя повел в такой ситуации, если увидеть я монстра, так, зомби перед собой. Я не знаю, что бы я сделал. Я бы, наверное, обоссался. Ё-моё, еще один здоровый кабан. Ах ты, падла! Блин, как вы меня раздражаете, а? Тихо! Тихо! Спокойно! Ты оглушен? Оп, спокойно! Ну вот, засранец, блин. Сейчас, короче, он меня убьет. Нужно использовать... А, ярость у меня... А, во! Сейчас я тебе... На, сука! На, 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 на тебе, на! Вчера это было круто вообще! Это было здорово! Вот эта вещь! Он одевает кастет, причем самостоятельно, и уже начинает с неимоверной силой просто месить этих уродов. Так, сейчас еще одного заколбашу. Я думаю, что пора заканчивать серию. Ну что ж, ребята, я... Ё-моё! Ё-моё! Я вернусь на станцию уже за кадром. И следующую серию начнем именно оттуда, сдадим задание и пойдем по сюжету дальше. Надеюсь, что вам понравилось. Ссылка на плейлист будет под видео в описании. Подписывайтесь на канал, на паблик, ставьте лайки, комментируйте. С вами был Денис, и всем пока!